Красиво, чтобы тебя видно было. Я знаю, что ты меня любишь, да. Ну так, эту собаку зовут Найда. Вот, она настоящая мать-героиня. Она была найдена в лесу со щенками. Будучи выброшенной со щенками на улицу, она выживала как могла. С огромным трудом отказывая в еде себе, она выкормила всех малышей. При этом не потеряла веру в людей. Очень умная, очень такая покладистая, очень схватывает все на лету. И охранная тоже. Найда замечательно подошла бы для частного дома, но не на цепь. Она прекрасный охранник. В то же время любит взрослых людей, маленьких детей и питомцев. С другими животными она уживается хорошо, но является таким лидером. Будет учить, будет воспитывать. Вот, за ней вот такое вот водится. Но какой-то агрессии такой она не проявляет. В еде Найда непривередлива. Приучена к выгулу и поводку. Знает несколько команд. Легко обучаема. Собака очень умная, вот, молодая, да. И могла бы еще учиться многому, что, чему бы хотел научить ее хозяин. Моя Найдуля. Найда! Все, она любвеобильный такой товарищ вообще. Дома семью ищет и дочка Найды. Ей полгодика. Очень добродушная, ласковая, хорошая, очень нуждается в людях, нуждается в хорошем хозяине и в том, чтобы как бы ее воспитали. Найда совмещает в себе все лучшее от собаки. Когда надо, поднимет настроение, утешит, поиграет, а если будет необходимость, станет охранять. Девочка немного боязливая, но это пройдет. Любит учиться, любит исполнять команды, любит играться с мячом, с палкой. То есть подойдет любую семью, с детьми и без. В следующий раз мы вновь познакомим вас с питомцами, которым очень нужны вы.